Здравствуйте. Продажа BMW X5 2016 года. Дилерский автомобиль. Куплен нового официального дилера в 2017 году. Трехлитровый дизельный мотор. У автомобиля два владельца. Цвет кузова белый перламутр. Кузов полностью в родной окраске, включая бампера. Значительных повреждений по кузову нет, где-то небольшие микроскольчики можно увидеть, не более того. Коричневый салон, сенсорный монитор, обогрев руля, память сидений,